Итак, мои дачные замуты продолжаются. На сегодня виноград. Вот я им решил заняться, подстричь уже в третий раз, наверное, стригу. Растет он очень стремительно и быстро. Сейчас июль месяц, а уже три раза стриг. Вон там наверху длинные палки, их тоже надо обстригать. Здесь вот я уже постриг, вот валяются на дорожке. Сейчас покажу с другой стороны, как должно, как вернее было. Вот здесь арочку бы такую сделать, конечно же. Вот тут вот они тянутся, вот такую арку бы для прохода. Так проходишь, а там продолжить стену из винограда. Вот. Но это если в ближайшие дни не сделаю, то обрежу, потому что вот это вот нехорошо. Нужны, чтобы виноградинки, вот они, вызревали, и силы тратились не на новые побеги, а на ягоды. Вот он какой красавец. Вон там прям грозди. Вспомните, какой он был по весне, когда мы его подняли. Чахленький, маленький. А сейчас вон какая стена огромная. Так, ну и вот здесь с этой стороны я не стриг еще. Во. Вот они вот такие лезут. Побеги. Против солнца немножко. Вот они лезут во все стороны. Их много-много. И замучился я уже их стричь. И вон там тоже вон. Вообще у меня была такая мечта. Сейчас перейду немножко. Вот здесь вот сделать такую большую арку, чтобы с этой стороны было. Ну, бассейн куда-нибудь в другую сторону. Расширить дорожку. И здесь сделать такую большую арку. То есть тут посадить тоже. И так все было красиво. Ну, тут идешь, прям стена такая виноградная. Красота ведь. Красота. Так, еще раз виноградинки поснимаю. Нет, вот с той стороны, конечно, пожирнее ягоды здесь. Здесь куда-то они вглубь спрятались. Ну вот они. Вот. Зелененькие красавцы. Мои зелененькие красавцы. И вот здесь как-то неудачно получилось. Слива растет. И все в сливу он лезет. А так, по идее бы, вот здесь вот дальше, где тут моя рука, не вижу. Вот здесь бы дальше все это продолжить. Стену вот так вот. Чтобы было это симпатично. А наверху, наверху там стремянку придется ставить. Стригать. Во, во, какая жирная ползет. О, ветка. Ее надо обстричь.